Здравствуйте, я Гайков Клим из группы B21525. И Булгин Федор из группы B21534. Мы представляем наш проект создания Telegram-бота для подбора лучшего ресторана для заказа еды. Наш руководитель Олежка Александр Андреевич. Итак, актуальность нашего проекта. За 2020 год число продаж в сегменте доставки возросло на 60%, а службы стали номер один в рейтинге скачивания. В пандемию мир перешел на доставку вынужденно, но уже спустя время люди поняли, что заказывать еду через интернет – это самый выгодный вариант. Не нужно никуда выходить, и выбор в интернет-магазинах обширнее, чем в одном заведении. Да, цель нашего проекта – создать удобного Telegram-бота, который даст возможность подобрать лучший ресторан для доставки, исходя из критериев рейтинга, а также предпочтений пользователей и его локации. Задача. В ходе исследования вообще нашего проекта мы решали следующие задачи. Подбор сайта, с которым можно будет брать информацию по доставке и оценивать рейтинг ресторанов. Соответственно, не все рестораны давали такую возможность, не все сайты давали такую возможность. Следующая задача. Написать бота, который будет взаимодействовать с сайтом и выдавать результаты. Добавить функционал оценки рейтинга и сортировки данных, добавить возможность работы с геолокацией и ее обработкой. Оформить бота хорошо, красиво и гениально. Вот. Да, в ходе работы мы выбирали самый удобный сайт для того, чтобы брать оттуда информацию и парсить ее. И пришли к тому, что наиболее удобный для этого будет сайт Delivery Club, где мы можем брать название, также время и рейтинг ресторанов доставки. Да, в ходе работы мы смогли реализовать обработку и отправку пользователям его геолокации, чтобы определить округ и близлежащие рестораны и вообще места общепита, которые будут предложены пользователю. Соответственно, тут показаны, как мы это реализовывали. В результате мы получили код. Сейчас я его продемонстрирую. Он у нас загружен на GitHub, и ссылки есть в конце презентации. Так, собственно, написан бот и парсер на языке Да. программирования Python. Да. Так, секунду. Вот, в общем, код. У нас, ну, он, если что, есть в конце. В общем, мы получили рабочий код и усовершенствовали его так, чтобы он хорошо, привлекательно работал и с ботом было приятно общаться. Да, соответственно, вот скрины его. Соответственно, мы давали возможность пользователю выбрать рейтинг ресторана, чтобы не быть огорченным качеством еды и, соответственно, чтобы время доставки было тоже определено, чтобы пользователь мог для себя выделить время, которого он готов ждать. Вот, в принципе, вот все. Вот, собственно, продемонстрируем работу нашего бота. Запускаем. Далее нажимаем «Оформить доставку». И выбираем город, либо отправляем геолокацию. И тут нам придется немножечко подождать, пока бот соберет информацию с сайта. Далее выбираем рейтинг. И, например, мы хотим быстро получить и не ждать долго. Вот здесь нас встречают лучшие предложения.
В конце вы можете увидеть ссылку на GitHub, где расположен наш код, и тег непосредственно Telegram-бота. На этом у нас все. Спасибо за внимание.